Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Сегодня решила записать влог и поболтать на разные темы. И этим самым, возможно, как-то побыть ближе к вам. Я еду за рулем. Вы знаете, что за рулем нельзя смотреть в телефон и вообще пользоваться как бы гаджетами никакими, кроме Bluetooth. Но я, кстати, Bluetooth в машине не пользуюсь. Единственный момент, когда я пользуюсь Bluetooth гарнитурой в машине, это если я еду далеко. Сама я далеко обычно не езжу, у меня за рулем ездит муж, когда, ну, очень далеко. А так, не люблю Bluetooth гарнитуру, не знаю, мне почему-то ей пользоваться неудобно. Мне проще тогда уже остановиться и позвонить. Так, сегодня что? Сегодня я заберу заказ и в Роше. Так, у меня одна коробка уже отснята, и две коробочки мы с вами посмотрим, ну, возможно, сегодня-завтра. Не знаю, как у меня получится время. У нас сегодня классная погода, несмотря на то, что 7 градусов, на улице довольно-таки солнечно и тепло. И у меня сегодня просто прекраснейшее настроение, несмотря ни на что. Еще сегодня хочу вам показать, возможно, в этом влоге покажу, может быть, отдельное видео сниму, даже не знаю. У меня пришла посылка с Wildberries, у меня там есть новый парфюмчик, я себе взяла, заказала сыну рюкзачок. Некоторые разочарования там получились, ну, в общем-то, хотела бы вам показать свои некоторые покупки. Так, я уже остановилась. Классно, у нас очень классная погода, прям светит солнышко. Не скажу, что прямо очень ярко сегодня, как сказать, ярко, потому что листва уже опала, знаете, и как-то вот уже не сочная такая осень, хотя еще, в принципе, на деревьях есть желтые и зеленые даже листочки есть. Но в целом уже конец октября, и я вам скажу, что мне кажется, эта осень не такая уж и прям холодная, потому что я, в принципе, вот хожу в куртке, у меня есть теплое пальто, но в пальто мне еще даже жарко. Я вот себе новое пальто, кстати, купила от белорусского производителя. Если вам интересно, пишите в комментариях, я вам покажу, а может быть, и так покажу. В общем-то, накопилось много всего, что бы я вам хотела показать, поделиться. И да, давно просто влоги не снимала, соскучилась по такому формату, решила снять. Так, сейчас бегу на СДЭК забирать посылочку от Ивраше. Я вернулась, я уже сходила, сделала маникюр, прям ушла с работы на 1,5 часа. Сейчас опять пойду туда вернусь, пойду кофейку, наверное. Купила себе вот такую шоколадку, мне очень она нравится. Купила себе йогурт вот такой. В общем, пойду и бананчик. Будет мой такой перекус. Дождик начался у нас, как-то так прохладненько, 10 градусов, знаете, по градусам потеплело, вот я вам с утра снимала, было 7, намного теплее, сейчас 10, ну вот, наверное, потому что дождик идет, как-то так все мокро, ну, в принципе, ничего страшного, настроение мое от этого не хуже. Мы с вами еще встретимся, не покидайте меня. Ну что вы думаете, я пришла домой, и у меня в ящичке в почтовом лежало вот такое предложение. Роскошный подарок ко дню рождения, представляете? И в Роше прислали мне уже ко дню рождения. Мы с вами посмотрим, что здесь у меня за предложение. Ну, по крайней мере, что вот здесь нарисовано. Ну, если только Garden Party бы меня заинтересовал, может быть. Я посмотрю, может быть, там еще что-то дополнительное будет. Вам интересно? На данный момент пока что для меня самый интересный бланк – это сентябрь все-таки. Да-да, именно сентябрь. Ну, может быть, здесь что-то налистаем.
если вы успели заметить краем глаза. Давайте я вам покажу, раз уж в моей прихожей оказались, что у меня здесь стоит в прихожей. В общем, я вот выставляю так ароматы. Это те ароматы, которыми я, ну, скорее, чаще всего пользуюсь. Это, кстати, мужу аромат. Смотрите, здесь совсем мало. Xerius Recharge. Он вообще очень к парфюмам вообще нейтрально относится. Я вот ему подарила то, что нравится лично мне. У нас еще есть ароматы, которые дарила ему лет 10, и они до сих пор не использованы. И вот этот аромат, он как-то пользуется. И это уже второй флакончик. Второй флакончик. Представляете? Значит, ему нравится. Не знаю, но лично мне нравится. Вот, да, бюджетным ароматом пользуется. Этот аромат у меня Дочкин стоит. Summer White Tropical. Я тут ей подсунула Sunset. Но она его как-то... Да, кстати, тут я. Sunset, но она его как-то не очень прямо, чтобы очень сильно любит. Pondor тоже я ей отдала. Так, это у меня кремушек новинка. Я вам показывала. Мне он очень понравился. Очень понравилось оформление. Мне понравился аромат. Он пахнет ягодным сливочным мороженым. Даже не ожидала, что мне подойдет. Так, Beauty Cafe. Тут малютка. Еще с лета стоит. Представляете, как-то вот... Ну, я пользовалась им, но что-то как-то мало. Достала сейчас On The Edge от Oriflame. Так, это у меня мой один из последних арабов Анабиат. Я, кстати, сниму скоро вам подборочку своих ароматов, которыми я пользуюсь. Миниатюрка Виданса стоит, блеск для губ. Я его иногда пользуюсь. Тут какие-то пробнички валяются. Так, Fanta Bulus, это от Эджмал. Бедненький, аж пылью покрылся. Вот не зашел он мне почему-то. У него такое красивое оформление. Так, это я пока уберу. Я вам потом сниму отдельно про него обзор. Soul Elixir, это у меня версия туалетной воды. Очень-очень такая уже старенькая. Достала, чтобы пользоваться. И здесь у меня Sable Fav соточка. Люблю этот ароматик. Пользуюсь. Он немножечко-немножечко пожелтел. У меня есть целый дубль. Соточка, кстати, в запасе. И достала вот такой ароматик. Футурия. Очень мне он нравится. Я про него как-то вообще забыла. Перебирала ящик со своими ароматами. Он очень интересный. Он древесный. Он молекулярный. Здесь какой-то вот ингредиент написан. Афория называется, какая-то молекула такая, созданная искусственно интеллектом доктор Несс, который называется. И вот, в общем, звучит он интересно. Так, здесь у меня... Давайте я вам потом покажу. Я вам, когда буду снимать, я вам показывала распаковочку этого аромата. Он шикарен. Я вам потом про него подробнее расскажу, когда буду про ароматы говорить. И Desirable достала. Это у нас аромат от Faberlic. А теперь, наконец-то, я вам покажу, что я заказала на сайте Wildberries. Я не могла его не открыть и не протестировать. Хотела для вас показать не только распаковку, но и уже какой-то свой, ну, немножко, чтобы мнение, что ли, сформировавшееся. Это аромат Replay, Signature называется. Это парфюмерная вода Eau de Parfum, 50 мл. Вот такая большая красивая коробка. Увидела обзор у Марии Вышарь. Вы знаете, или я даже не то, чтобы у нее увидела, где-то я, в общем, увидела, залезла по отзывам, и мне захотелось приобрести такой парфюм. Покупка у меня была вслепую. Сделана она у нас, эта вода, в Италии. Я не знаю, подделка или нет, я надеюсь, это не подделка. На сайте Wildberries этот аромат обошелся мне в районе 1300 рублей. Так, девчонки и мальчишки, я вам сейчас покажу, какой здесь красивенный флакончик. Вот так выглядит флакон. Специально хотела показать крупно. Вот такие сбоку грани. Здесь черная крышечка, Replay написано. Я так понимаю, это бренд одежды, и у них там, кстати, довольно-таки много ароматов. Это не сказала бы я, чтобы прямо очень новинка, но ранее я не была знакома. Он матовый, в руках держать безумно приятно, на нем красивые цветы нарисованы. Я постараюсь и вставлю вам, ну, пирамидку этого аромата. И вы знаете, там было написано на фрагрантике, я залезла на фрагрантику, отзывы, и многие пишут, что он похож на Нарсиза Родригес. Мне он как бы вообще не похож на Нарсиза Родригес. Я, кстати, брала его именно с таким подтекстом, чтобы он мне его напоминал, но у меня не сложилось такой ассоциации с Нарсиза Родригес конкретно For Her в туалетной воде, который я все-таки когда-нибудь себе куплю. Он дорогой, сейчас еще подорожал. Но не знаю, вот упаковка вроде как на него похожа, да? Ну, имеется в виду вот этот прямоугольничек, вот эта крышка.
Но нет, я не уловила в нем схожести. Ну, вообще нет. Это аромат очень теплый, фруктовый, он очень желтоцветочный. И здесь в сердце аромата есть герань, есть иланг-иланг, есть, по-моему, жасмин. На старте есть персики, фрукты, цитрус. И в базе такое амброво-мускусное. Знаете, вообще аромат звучит уютно, тепло, он теплый, он насыщенный, он такой, я бы сказала, даже слово дамский, именно вот не девичий какой-то, а именно дамский, именно женский, то есть, ну вот у меня именно, возможно, вот эта герань дает такое аромату звучания, знаете, как будто бы из конца 90-х, начала 2000-х, вот что-то такое, это лично моя такая ассоциация, может быть, у вас как-то другие мнения будут. И вот иланг и герань, да, вот, скорее всего, герань, я так чувствую, технические характеристики у аромата очень красивые, он красиво раскрывается, звучит не монотонно, он играет, он красиво шлейфит на ветру, шлейф у него не сильно прямо такой большой, ну, может быть, метра полтора, я бы сказала, потому что я наносила на руку, наносила на волосы, первый день тестировала аромат, и, вы знаете, часов пять я отчетливо хорошо на себе его слышала, то есть стойкость такая довольно-таки, ну, средненькая, да, причем цена у него 1300, ну, плюс-минус, где найдете, смотря. Я вот покупала как бы на Валберес, и там еще есть такой голубой флакончик с голубыми цветами такой, цитрусовый, может быть, я его куплю. Мне все-таки очень понравилось. Понравилось такого направления, у меня нет. И вот сейчас на осень, мне он очень зашел, поэтому я рада, что в моей коллекции будет такой красивый аромат. Я сейчас вам покажу еще, что я там взяла. Дождусь только сына школы, потому что он уже с новинкой пошел в школу. Кто давно скучал, я обещала вам показать, что я заказала с сайта Валберес, помимо аромата. Да, новый ароматик я вам показала уже, как он выглядит. Вот так могу вам показать уже. В общем-то, очень приятно держать в руках. Я вам уже сейчас сказала, что этот аромат мне понравился, но немножко не то, что я ожидала. Он очень интересный, теплый, насыщенный, стойкий. Немножко напоминает ароматы мне из какого-то прошлого. Не скажу, что ретро, но... Кстати, что-то у меня какой-то тут прыщ. Ну, ладно. В общем-то, какая есть. У меня сегодня прошел рабочий день. Я вам показала, что я сделала новый маникюрчик. Поэтому настроение отличное. Так, потому что я вам обещала показать. Да, рюкзачок. Я заказала рюкзак ребенку. В общем-то, вот так он выглядит. Я вставлю вам картиночку, чем разочаровалась. Рюкзак, в принципе, хороший. Мы этот рюкзак купили ходить ему на разные секции. У него есть... английский язык, у него есть Fun Classic, называется такой кружок, там, в принципе, мы ничего не носим, но английский он носит. И он ходит у меня еще на секцию шахматы, если вам интересно, у меня есть влог, как мы ездили с ним в Москву, и там в Кунцево Плаза у нас был шахматный турнир, очень большой, интересный, могу ссылку вам оставить, зайдите, проходите, смотрите, я иногда снимаю влоговые видео такие, домашние, семейные, с детьми и с мужем. В общем, если интересно, проходите, не об этом. У нас был маленький-маленький рюкзачок, где-то вот в половину, еще с садика. И он ходил на кружки, на секции именно с тем рюкзачком. Там сломалась молния, в принципе, можно было ее отремонтировать. Но я решила купить ребенку новый. Я полазила по Валберес и нашла там, в общем-то, рюкзак. Ой... Смысл в том, что к этому рюкзачку в описании должен был прийти вот такой подарок, сумка для сменки. Наша сумка для сменки пришла уже в негодность, мы выбирали там разные, вот он нравится ему Бравл Старс, можно было выбрать и другие, но именно потому, что там была сумочка и цена вот 858 рублей, думаю, хорошо и классно, пусть будет. В итоге что? В итоге нам пришел вот этот рюкзак. Я смотрела размеры, но я как-то не придала значения. Он вот такой большой, он прям для взрослого человека, он в 2,5 раза больше нашего прошлого рюкзачка, он даже больше школьного рюкзака. В принципе, Арсению понравился этот рюкзак. Он неплохо сделан, в нем, правда, не ортопедическая спинка, он именно предназначен для спортивной одежды, что-то такое легкое, но ему он так понравился, что он даже в школу с ним пошел. Здесь вот есть молния, сзади как потайной такой карман большой, а здесь есть вот такие, большой карман по бокам, два больших кармана. В принципе, знаете, вот он неплохой прям, я бы не сказала, что он какой-то плохой, я осталась им в целом довольна. Здесь большая-большая такая секция,
одна, и там есть еще большой карман. Там лежат учебники, он с ним ходил в школу. Но ребенок расстроился мой, потому что ему не пришел тот самый мешок. И я сильно занизила оценку и отзыв на Wildberries, потому что все-таки мы могли бы взять другой, даже были подешевле такого же плана за 700 рублей, но без мешка. Здесь я посчитала, что 858 рублей с мешком, и в итоге мешок не пришел. В общем-то, это большой минус. Обычно, когда продавец указывает, что в подарок идет, какие-то пробнички, либо там что-то, всегда присылают. Поэтому, в общем-то, мне не прислали. Так, и теперь немножечко о личном, о личном. Две дамы, которые в прошлом комментарии мне хотели немножко нагадить. Я удалила эти комментарии, потому что посчитала нужным на моем канале не быть негативу. Итак, немножко поговорю. Это не хейт, нет, ни в коем случае. Это просто хамское отношение моих подписчиков ко мне, как я считаю. Я сняла в прошлом видео, назад смотрите, но вы этих комментариев уже не увидите. Кто успел написать, те видели. И мне одна женщина, Галина Шилова, написала мне, наконец-то, видимо, дошло, что надо снимать товар, а не себя любимую. Кстати, комментарий набрал 5 лайков, и 5 человек, видимо, тоже считают, что в такой манере надо общаться с человеком, который у себя дома снимает свой влог абсолютно бесплатно. И я написала девушке этой, что я снимаю так, как я хочу, это моя манера, я могу снимать так, могу снимать коробку. Есть, в конце концов, реально блогеры, которые снимают только коробку и руки. Лично я так смотреть не люблю, но если мне вдруг надо что-то посмотреть, я могу найти такого человека, кто снимает именно в формате рук. Вот. И я написала, что если вам не нравится, пожалуйста, выйдите вон с моего канала. В таком хамском комментарии, я считаю, это именно хамский комментарий. Это не просьба и не претензия. Наконец-то, видимо, дошло, что надо снимать товар, а не себя любимую. Девочки, заметьте, я не продаю ничего здесь. Если я захочу продать, я скажу, что я хочу сегодня продать, я вам покажу. Я снимаю канал про себя, про свои покупки, про своих клиентов. Я снимаю себя с лицом. Очень, кстати, много людей любят, когда я снимаю с лицом, любят, когда я снимаю своего кота. Сейчас этого, кстати, нет. И мне написали потом, что ой, какая вы, какое личико милое и что-то типа вредно. Не задохнитесь от злости. Не знаю, где девушка увидела во мне злость. Я лишь написала то, что на моем канале я снимаю, как я хочу. Потом другая девушка мне написала комментарий. А вы в курсе, что комментарии придуманы для высказывания с большими буквами любых мнений, а не только хвалебных и лизательных? Странно. Я поясню. Вы по собственному желанию снимаете видео и выставляете на всеобщее обозрение, поэтому должны быть готовы к различным оценкам своего творчества. У меня всегда вызывают изумление блогеры, которые ждут от зрителей только лести и похвалы. Уважайте чужое мнение, а не только себя. Так вот, Олга называется. Вот он, этот комментарий. Я думаю, что здесь не будет видно, но вы можете посмотреть. Я сделала скрин, потом я этих дам решила все-таки заблокировать, потому что, объясняю. Во-первых, а вы в курсе, что комментарии придуманы для высказывания любых мнений? Я согласна, вы можете написать любое мнение. Мнение, что касается продукта, компании, нравится ли, нравится аромат. Если я вам задаю вопрос, нравится ли вам моя там, мой на маникюр, например, вы мне отвечаете. Если же я не спрашиваю вас, как я выгляжу, я считаю, писать мнение, дошло до меня что-то или вот что-то такое планом, я считаю, что вы себя ведете просто хамски и некрасиво. Я считаю, что вы не имеете приходить права на мой канал, на мою территорию и диктовать мне условия в таком виде. Наконец-то дошло, что человек хотел до меня донести. Если вам хочется взглянуть что-то поближе, попросите, Анна, вы могли бы снять видео, например, в таком формате? И, возможно, я сниму. На самом деле проще снимать реально коробку, нежели сидеть самой в кадре, это что накраситься, там как-то убраться, сесть, показать. Но я знаю, что большинство моих зрителей как раз-таки любят, когда я сижу в кадре. И много раз делала опрос, и я считаю, что мнение людей, которые пишут мне по-хамски, мне не надо. Я в жизни и вообще стараюсь общаться с людьми только с позитивными, только с теми, с кем я чувствую себя комфортно. Этот человек несет в себе какую-то токсичность, который мне пишет, наконец-то, видимо, дошло. Это не претензия к видео, это лично ко мне какая-то, знаете, такая оскорбительная манера. Я в жизни не общаюсь с людьми, которые со мной общаются в такой оскорбительной манере. Тем более, если мне пишет какой-то непонятный человек. Не нравится, извините, брысь с моего канала, да. Я не стесняюсь об этом говорить.
Я не говорю, чтобы мне писали хвалебные отзывы. Мне нравится, посмотрели и ушли. Зачем писать такого вот вида вот сообщения? И те 5 человек, которые поставили лайк, я тоже с вами попрощаюсь. Либо не пишите мне такое, потому что я такие комментарии буду просто блокать. В негативном ключе вы можете обсуждать ароматы, там, я не знаю. Даже вот недавно мне, например, женщина писала, как я слово сказала неправильно. И то, я считаю, это не оскорбление. Я сказала аромат Арар Салар Нарцисс. Да, действительно, он читается Реа. Девушка меня поправила. То есть, ну, в принципе, это было даже, ну, ничего не оскорбительного. Это нормально, действительно, это нормально. Но писать не вот таким вот манерой такой я не позволю. Я это удалила. Девушка, возможно, может меня смотреть, но не может комментировать. И я очень счастлива. В моих видео будут только те люди, кто адекватный. Если вам что-то надо, попросите меня. Я сниму вам поближе в такой манере. И я не позволяю с собой общаться. И вам советую никогда не терпеть таких подлых, хамских к себе комментариев. И вообще в жизни, неважно, где на канале. И еще, раз я затронула эту тему. Я должна быть готова к различным оценкам своего творчества. У меня всегда вызывают блогеры, которые ждут от зрителей только лести и похвалы. Уважайте чужое мнение. Значит, вы тоже, если вы написали на всеобщее пространство такой комментарий, имейте в виду, что я тоже могу оставить любой комментарий для вас и могу даже послать, извините, нахрен. И могу даже сказать матом. Я обычный человек, такой же, как и вы, не какой-то особенный. Я сижу у себя дома, и если вы написали у меня под видео какое-то вот такое мнение свое, имейте в виду, что вы также в интернете, и я также могу вам ответить, при этом абсолютно не стыдясь. Но я отвечать не буду, я вас просто внесла в черный список и хочу с вами распрощаться. Смотрите там, где люди будут терпеть ваши хамские поведения. Я такого не терплю. Ну, в принципе, и все. Это я хотела сказать. А я сейчас еще раз нанесу этот аромат, обновлю его. И очень скоро сниму для вас новое-новое видео про Ив Роше. 2 коробочки я получила. 3-я у меня уже распаковка снята, именно как без лица коробкой. И будет для вас подборка моих парфюмов, которые я буду носить. Я желаю вам отличного настроения. Желаю вам рядом близких, теплых людей. И всех благодарю за просмотр. Всем пока-пока!